важных на земле начал. В канун Международного женского дня 8 марта в Ульяновске прекрасных дам поздравили праздничным концертом. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обратился к женщинам со сцены Дворца культуры «Губернаторский» со словами благодарности. Поздравил прекрасную половину региона с самым весенним и теплым праздником. Побольше улыбайтесь, дарите любовь окружающим, счастья вам, ваших семьям, чтобы всегда все было хорошо, дети, чтобы росли здоровыми, умненькими, чтобы никогда не печалили, чтобы ваши близкие, ваши мужчины, которые рядом, вас всегда любили, лелеяли, уважали и боготворили. Я уверен, что все будет хорошо. Самые главные слова благодарности в Международный женский день звучат для жен и матерей воинов, которые сегодня защищают нашу родину. В фойе Дворца культуры «Губернаторский» разместилась выставка «Жены героев». Наш регион присоединился к проекту в ноябре 2022 года. Он объединил сильных женщин, помог им творить и идти вперед. Мы теперь одно единое целое, семья, можно сказать. Вот, мы все очень дружно все хорошо относимся, дружим. Вот. Сегодня мы выступаем. Мы участвовали во флешмобе «Нас миллион русских», снимали клип. Вот. Сегодня мы эту песню споем на сцене. И вот поэтому мы все в красных платьях. И, конечно же, в кителях наших мужей. Настоящего признания заслуживают многодетные мамы. Мария Марковских – жена офицера и мать четырех детей. Несмотря на то, что на ее плечах лежат все заботы о детях и доме, Мария нашла время, силы и единомышленников на отправку писем, написанных бойцам СВО. Самые маленькие участники проекта дарят бойцам разноцветные оттиски детских ладошек, как драгоценный знак поддержки российским воинам. Многодетные семьи, они отличаются немножко тем, что мы более сплоченные, более дружные, и мы готовы всегда прийти на помощь. И, естественно, когда прозвонил сигнал в стране, наша семья сказала, что если мы здесь, то мы должны помогать. И мы нашли окружающих нас людей, которые, оказывается, с огромным удовольствием помогают писать письма, собирать гуманитарную помощь. И, оказывается, нас много таких. Праздник завершился ярким весенним концертом. Творческие коллективы Ульяновской области подарили зрителям свои улыбки и лучшие песни о родине, о женщине и о любви. Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.